Пациентка 39 лет обратилась для проведения МРТ малого таза с контрастом в связи с жалобами на боли внизу живота, тянущего характера, усиливающего во время менструации половой жизни. Со слов пациентки, на УЗИ малого таза находили кисту яичника, диффузные изменения мышечной стенки матки. Было выполнено исследование малого таза, направленное на выявление эндометриоза, как наиболее вероятного диагноза, учитывая жалобы пациентки и результаты УЗИ. На МР-томограммах малого таза область входа в малый таз нормальной конфигурации, симметрична. Подвздошно-поясничные мышцы четкие, ровные. Визуализируемые отделы прямой и сигмовидный кишок не изменены, без локальных утолщений и патологических образований. Жировая клетчатка параректальной области и седалищно-прямокишечной ямки без признаков инфильтрации и наличия включений. Мочевой пузырь. Положение и форма обычные, размеры не увеличены. Контуры четкие, ровные на всем протяжении, стенка до 3 мм. Содержимое однородной структуры, визуально интенсивностью сигнала соответствующей жидкости. Паравезикальная клетчатка дифференцирована. Матка, положение обычное. АВФ, форма шаровидная, размером 48 на 50 на 44 мм. Контуры четкие, неровные. Толщина переходного миометрия до 13 мм. В средней трети задней стенки матки выявлен участок эктопированной эндометриодной ткани 9 на 4 мм. Полость матки хорошо визуализируется, не расширена. Шейка матки не увеличена, цервикальный канал сомкнут. Он на боте до 7 мм. Яичники правильно расположены, МР-архитектоника сохранена. Правый яичник размером 36 на 21 на 25 мм. Фолликулы до 7 мм по всему объему яичника. Левый яичник размером 38 на 39 на 31 мм. Фолликулы до 7 мм. Содержит однокамерное кистозное образование размером 27 на 22 на 21 мм. С геморрагическим содержимым. Коэффициент диффузии в нем снижен, стенка контраст практически не накапливает. Лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в малом тазу. За маткой незначительное количество. При выполнении ДВА другие участки патологически измененного коэффициента диффузии достоверно не определяются. При введении контраста другие очаги патологической васкуляризации не выявлены. Заключение. МР-картина эндометриоза с вовлечением в процесс серозной оболочки матки. Эндометриодная киста левого яичника. Рекомендован ультразвуковой контроль на 5-7 ДМЦ. Консультация гинеколога.